Ну что, ребят, хочется сказать, красота – страшная сила. Вот такой красивый торт, казалось бы, страшно делать, но все очень просто. Понадобится шоколадное печенье, которое надо измельчить в блендере. И еще к печенью я добавлю вот такие вафельки. Можно обычные вафли, у меня вафли с прослойкой шоколадной. Ну вот, крошка готова, получается с кусочками вафли будет очень вкусно. Можно сделать вообще только использовать одни вафли. Теперь я добавляю топленое сливочное масло и пару ложек молока. Как всегда, рецепт вы найдете под видео, чтобы точно знать пропорции. Теперь хорошо перемешиваю. Крошку мы подготовили. Теперь я беру сразу блюдо, на котором буду подавать торт, и разъемное кольцо. Кольцо я обернула пищевой пленкой, чтобы удобнее было его снимать, и край торта остался красивым. И теперь пересыпаю крошку в разъемное кольцо. Теперь крошку надо распределить ровным слоем и хорошо утрамбовать. Основу для торта хорошо утрамбовали, и теперь я ее уберу пока в холодильник. А дальше мы с вами приготовим вкусный сливочный крем. Для крема я беру маскарпоне, жирные сливки у меня 35%. И еще для крема я добавляю ореховый крем, можно ореховую пасту, извините. Все эти вкусности перекладываю в миску и будем взбивать. Ну что, крем я взбила. Посмотрите, он должен быть вот такой густой. Сливки должны полностью хорошо взбиться, чтобы он быстрее застыл. Теперь я всю эту массу перекладываю на песочную основу и хорошо выравниваю. Крем получился довольно густой, и поэтому немножко, конечно, займет время, чтобы выровнять торт, чтобы он был весь ровный и красивый. Чтобы приготовить тортик, у нас ушло не больше 10 минут. Теперь я закрываю торт пищевой пленкой и отправлю в холодильник, чтобы он застыл часа на 4. Можно, конечно, и на ночь. Для украшения торта я возьму клубнику. Разрежу ее пополам так, чтобы с двух сторон оставались хвостики. Еще для украшения я буду использовать шоколад. У меня шоколад 56% какао. Растоплю его на водяной бане. Торт в холодильнике у меня был 5 часов. Я сняла кольцо, теперь будем украшать торт. Из шоколада делаю тонкую сеточку. А теперь буду выкладывать клубнику. Ну что, ребят, хочется сказать, красота – страшная сила. Вот такой красивый торт, казалось бы, страшно делать, но все очень просто, как вы сами все увидели и убедились. Давайте скорее попробуем, что же получилось на вкус. Супер! Очень вкусно. Вы знаете, похоже на такое нежное шоколадное мороженое с кусочками вафли. Бесподобно. Я думаю, что ваши дети будут просить этот торт каждый день и с утра до вечера. Обязательно приготовьте для своих близких такую красоту. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. И включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Прошу к столу и приятного вам аппетита!